Но опять-таки, вы понимаете, говорить о том, что будет закон или нет, опять-таки, там, что человек вступит. Потому что юрист, например, требует одно, у НКП другие сведения на эту тему. Давайте просто, если кто-то есть против, кто хочет закрыть НКП, тогда будет дальше. Значит, мы не можем провести конференцию, потому что мы не можем определиться с полномочиями голосами. Я надеюсь, все понимают, что мы не можем взорвать. Вообще, вот я могу сказать, что по собственному опыту, ребята, лучше договариваться, проводить конференцию сейчас. Нам не дадут провести Я не знаю, зачем.
все документы, как вы не понимаете, я говорила. Нет, это больше того, пригласите сюда. У нас есть представитель от клуба ПРЭДа. Саш, ну какой клуб? Экзотик Дор. Вот пусть она скажет, где сейчас президент бывший. И где ее документы? Я не знаю. Вот будьте добры, пригласите ее, чтобы она отчиталась. Куда она делает документы? А это ты спрашиваешь, а сколько нынешний президент, когда она принимала дела? Тут она не очумалась, так что надо выбирать президента. И мне передают фотопись, что принято. Где этот документ со стороны Чеплыгина о том, что она сдала такие-то документы? Свое представительство в клубе она оставила, выдала генеральную доверенность на трех человек, да? Но при этом, извиняюсь за выражение, она забыла сдать документы. А новый президент она забыла принять? Так бы сдавали бы, приняла. Что, вот забыл, что надо, как это делать? О чем речь-то, не пойму? С обыском приходить или с этим? С кем приходить-то? Что за бред? Я тоже умею кричать. Значит, такой вопрос. Если я выступил, вот я не нет, подождите, вы говорите, что постоянно выступаешь. У меня тогда такой еще вопрос. То есть председатель, президент НКП должен был подойти к старому президенту и сказать, отдай мне эти документы. Да. У нас уже подходили к секретарю, спрашивали у нее печать. Несколько раз печать не отдали. Точно такая же ситуация. Ну, там, а сколько у вас печати? А, я была на члене совета, спрашивали, когда вы привезли печать или не привезли, вы, ой, забыли, еще где-то было, вы сказали, тоже, ой, забыла. Не было ничего такого. Ну, вот мне нужно сказать, что вы забыли. У нас две печати, один раз я, вторая у нас. Естественно, собрали. Ну, тут сейчас решили вопрос, что-то она с собой. Нет, я просто к тому, что когда идет передача документов идет. Мне никто не приказывал сдать дела, подводить, естественно, и что принято? Все, можно выступить теперь, все послушаем. Я хочу вообще, чтобы вы нам немножечко внесли ясность вообще, откуда взялись эти члены, с какого года они были членами. Покажите, пожалуйста, их жалобы, что их не пригласили на конференцию. Докажите нам, пожалуйста, что эти люди действительно являлись членами НКП с 2003 года. Их заявления, то есть хоть какие-то документы покажите вообще, потому что гласные разговоры о том, что эти клубы были, то есть вот, например, Самарский клуб прислал письмо, что он никогда не был членом НКП, а вы его списали. И они очень возмущены данным фактом, что вы пытались вообще как-то их даже не предупредить, вообще решать свои для того, чтобы заказывать подворотную выставку, не обязательно быть членом НКП. На тот момент было обязательно. Говорит о том, что он никогда не являлся членом НКП, что он никогда не был секретарем. Тогда надо аннулировать результаты этой подворотки, раз она прошла незаконно. Как это незаконно? Что это незаконно? Прошла на подворотной выставке, утверждает РКС. Ну и что, что секции не было? Если там есть частные лица... Что такое секции вообще, ребят? Вы вообще о чем говорите? Секции вообще, ну а что у вас? То, что в уставе у вас написано секция, это просто смешно. Юрий Дмитриевич, это смешно. Секции не поймёты в те годы. За это говорят. Сказали, что не секции. Слышу, я не слышу хорошо. Почему члены совета не были поставлены в известность о том, что будут приписаны следующие секции? Да. Я говорю про полноценный состав членов совета, который сегодня находится. А я как-то что не заметила доверенность. У меня годовая доверенность. А не в интернете. Причем здесь интернет? Ваше заседание совета. Все ваши прочтите ваши заседания или нет, что вы еще членом заседания? Кто был и почему-то вдруг не в курсе о том, что мы установили. Прочтите, пожалуйста. Я в течение 2 месяцев пыталась вообще добиться от президента, задавая вопрос на... В интернете. Это что, документ? Я задавала это неоднократно. Пришлите письменное заявление, я вам вышлю. Значит, на заседании 22 января присутствовали Панина, Лазарева, Вавилова, Списивых, от Ричард Стара и от Фауны, Котельникова от элиты,
лебеди от Машамы и подарка из Африки. Также присутствовала председатель выставочной комиссии Гуганина и Камли Елена, как председатель рекламной комиссии и доверенное лицо питомников Алисфума, Зинба Гои и Экзотик Дог. И тогда почему вы спрашиваете, что вы говорите, что вы ничего не знали? После конференции, которая была не признана, никаких вообще решений не должно быть. А что именно? Вот конференции утвердили, вы должны были собраться только по этому вопросу. Назначить время, все остальные бумаги, которые вы сделали там вот по поводу там кого-то что-то восстановить или что-то, это уже не действительно. Так и начинается договор. Что у вас это было? Почитайте, пожалуйста, разведчик. Читайте положение РКФ. Читайте положение РКФ. Что написано по этому поводу? Пока не провелась конференция. Пока не провелась конференция, ничего не может делать. Нет, конференция, которая была в декабре, именно о чем ничего не может произойти. Вот за это время все, и остановлены все внутренние элементы, кроме назначения нового. Ну, ничего. Ну, никаких положений, по крайней мере, не понимаете. А мы никаких положений не выносили. Какие вопросы как бы? Ну, а вы же не слева, пожалуйста. Читайте как раз не слева. То, которые кардинально влияют на положение или на устав. Ну, давайте, давайте, пожалуйста, покажите нам членство этих клубов. Вот сейчас. Я не собираюсь. Именно тебе доказывать. Ты не можешь. Именно мне. Вот это Половина человека. Возьми плохому, что есть сомнения, что эти клубы были признаны незаконно. Пожалуйста, дайте мне документы. Пусть она вам доказывает. У меня есть документы, которые были сданы. Я вижу, кто является членами НКП, кто входит на заседание, кто реально этого работы занимается. Ходить на заседание не обязательно. Конференции, Саша, это официальные мероприятия. Когда на нее приглашают, конечно. Леночка, когда меня приглашают, как это не член, когда она делегата, она член Они не хотят, как в программе, они не хотят, как в программе, они не хотят.
Значит, закройте, чертовы мать, что сегодня уже прозвучало. И вот чтобы вам снова всем собраться
и чтобы потом в конце концов провести конференцию, и чтобы новый НКП заработал, и чтобы это все прошло гладко, и чтобы не было вот таких же базаров в вокзалах. Ребят, вы даже не представляете, на что вы себя обрекаете, не находя в себе сил договориться сейчас. Попробуйте, не надо доказывать, а вот мы в таком году, то, а мы в таком. Попробуйте найти какой-нибудь все-таки промежуточный вариант. Значит, насколько вот я хочу услышать повестку дня сегодняшнюю. Можно мне ее услышать? Можно? Да, пожалуйста. Отчет президента о проведенной работе, внесение изменений и дополнений в штат НКП, выбор руководящего органа НКП и разные. Значит, вот так. Отчет президента о проведенной работе. Значит, вы, так сказать, Оксане Анатольевне, дадите высказаться? Я нужно секундочку, дальше говорить. Для того, чтобы ваш президент перед вами отчитался, я не думаю, что вам нужен кворум, да, вручную, чем все в декабре месяце. Она уже отчитывалась перед нами. То есть ваш, значит, все, первый вопрос, как бы, всех устраивает. Нет, мы это не рассматриваем. Мы сейчас выясняем вообще, кто имеет право находиться. Вы меня не услышали, я так понимаю. Я вам предлагаю. Для того, чтобы провести конференцию, сначала надо признать ее легитимность. Для этого создать мандатную комиссию, чтобы он проверил мандаты. Делегаты, понимаете? Дайте мне договорить, пожалуйста. Вы абсолютно правы. Но дайте мне договорить свою мысль. Может быть, все-таки вы сможете потом договориться. Значит, следующее внесение изменений и дополнений в устав. Это очень актуальный вопрос. Потому что РКФ требует, и, в общем, совершенно законно требует, чтобы физические лица могли вступать и так далее. Вы тянете время своими разборками, вы тянете время, не вносите изменения в устав. Значит, сейчас конференция не пройдет, потом, когда вы в следующий раз ее снова соберете, еще неизвестно, когда время идет, люди не могут вступить. Вы в своих разборках никогда не договоритесь, если вы не пойдете друг другу на уступки. Может быть, стоит, вот кто-нибудь, есть кто-нибудь против того, чтобы внести вот эти конкретные изменения в устав? Что кто-то считает, что не нужно принимать туда физических лиц? На данном этапе я так считаю. Что не нужно? Физических лиц? Вот именно сейчас именно один. Нет, вообще. Нет, не вообще, не вообще. А вот сейчас этот пункт, речь об этом идет. Вот сейчас мы сейчас примем вот это вот, а потом будем, значит, от него представить. Нет, давайте весь устав. Пересмотрим и откорректируем. Хорошо. Да, есть еще какие-то вопросы по уставу? Да, озвучите. Какой еще? Ну, например. Подождите. Есть какой-то? Вот вы объясните, что вы хотите предложить. Для того, чтобы провести вот эти изменения в уставе, неужели вы не можете договориться, вот вам там 32-36, да в конце концов, пойдите друг к другу на уступки, потеряйте, плюньте вы на этих там четырех членов. Главное, чтобы вы смогли договориться и провести все изменения, против которых никто не против. Ну, вы же, вот если никто не против вот этих изменений, тогда пройдите, пожалуйста, по фамилиям. Кто против? Вот кого? Там, Лихолесье. Да? Вот вы не знаете, откуда взялось Лихолесье. Никто не знает, вопрос. Хорошо. Зато есть те, кого потеряли совершенно незаконно. Зачем? Кому, например? Ну, вот чьи документы сейчас Александр показывает? Да, по специальному это Жанни. Питомник. Ну, тот же Жанни. Он есть в списке? Если он возмущен, действия не стал. Ну вот в этом списке же его нету, правильно, Жанни? Его не было ни на одной из конференций. Но тем не менее, он же является членом НКП. Я не знаю. У меня нет таких доказательств, является он членом. Лена, ты у нас вообще ничего не знаешь, кроме того, что тебе надо знать. Спасибо, конечно. Я не знаю, что твои личные комментарии. Вот, я сейчас спросил у него, был какой-то предприятие? Очень много минут общения с тобой. Вопрос такой. Значит, что сейчас будет? Вот мое предположение, потому что было не раз участвовал в НКП, знаю, что это. Конечно. Вы же рейдерский захват. Да, конечно, да, возможно, что рейдерский захват. Может, я вам скажу однозначно, что мне от НКП лично для меня ничего не нужно. Поверьте. Мне достаточно своих клубов,
достаточно своего питомца. Это раз. Потому что я, кроме меня, у меня еще 5000 членов клуба. Я представляю интересы именно этих людей. Ришбеков очень много. Вы знаете, у нас сейчас очень много помет. Меня зовут Вероника Анатольевна. Так, дальше. Я сейчас расскажу, потом уже все вопросы, какие возникнут, все. Что будет дальше? Значит, если приостанавливается сейчас действие клуба НКП, поднимаются все документы. По документам, которые хранятся в РКФе, вот это Лихолесье, я его, правда, первый раз слышу, он нигде не участвовал, он выкинется однозначно. Исходить будут из протокола 2008 и 2009 года. Сейчас 10-й год. Почему? А потому что 3 года только действительно все. По закону. ГПК Российской Федерации. Срок давности. Поэтому все ваши 3, 4, 5, 6 года. Не надо, ребята, а есть закон, это мы, я не про уголовное говорю, я говорю про ГПК. Будут выкинуты однозначно. В таком случае есть еще 2007 год. Вот. Поэтому.